How was it? Show me. Cheesecake. Не просто учу, а еще показываю как. Ты speak English good, да? Я. Здравствуйте. English. Hello. Just welcome. Вот этот. This cheesecake. Покушали. No, nothing. I will go only for the beautiful girls, nothing else. Okay. На самом деле меня начало пугать то, сколько я покупал вещей. Они иногда даже лежат, ждут свою очередь, чтобы я их хотел. Реально очень много. Потому что все такие прикольные, классные. Мы уже говорили, что я хуже девочки, но, блин. Я знаю, что я буду носить в отличие от девочек, которые на раз-два и все. Вот так они с вещами. На раз-два. Угу. Знаем мы таких. Так вот, хочу зависеть с 1 февраля 2019 года до 1 января 2020 года. Ни одной вещи себе не куплю. Да, пускай мне там подарят, кто-то купит за свои деньги, но нет, я не буду. Цена слова. Какая цена слова? $100. $100 тому, кто напишет комменты, кто вдруг... Потом рандомно я выберу через сайт. То есть мне пофиг кому, но напишите слова поддержки, либо наоборот, а у тебя не получится, гони мои $100 сразу мне. Давайте. О, красиво. Смотрите. Чайки. Также хочу сказать, что очень разочаровывает меня iPhone 10. Прям постоянно, сейчас на зарядке, да, я много снимаю видео, но, блин, все равно, камон. Да, 90% жизни аккумулятора, это еще нормально, на полной производительности работает, в авиарежиме, без мобильного интернета, который, как вы знаете, много садит. Трамвай приехал, пишет клявый. Поэтому стыд, за это мне не нравятся айфоны. Да, мне не нравятся айфоны. Так и запишите, за батарею. Кстати, также хочу еще немного дополнить по поводу ситуации, что со мной произошло, что меня потерили не по-детски. Была подобная ситуация в Анталии лет 10 назад, когда я работал в Турции аниматором. Меня за руку привели в магазин кожи, я такой думаю, да, окей, посмотрю. И мне реально понравилась коричневая куртка. У меня реально не было тогда денег. И я сказал им, что я поеду в отель, привезу бабки и куплю. Это было вот так и задумано, это не была отмазка, чтобы уйти. И там один как начал меня выгонять, говорит, нет, ты не приедешь, ты не придешь, иди отсюда, вали. На турецком, который я с помощью этого и выучил. И получается, в итоге, я приезжал, он потом такой, привет. А женщина говорила, я же говорила, что он приедет. Угу. Тут с паркой, возможно, такая же ситуация и получится. Итак, ребят, кстати, очень важная информация вам. Блин, наверное, я прошел свой отель. Нет, не эта информация. Покупайте Стамбул-карту. Она стоит 5 лир, но вы сразу же, пару раз проехавшись в транспорте, вы отбиваете ее стоимость. И, допустим, проезд с Абихи аэропорта в центр города будет стоить не 18... Ой, да, такси площади будет стоить не 18 этих лир турецких, а 8,80 по Стамбул-карте, то есть экономим больше, чем в 2 раза, ребят. То есть за одну турецку вы отбиваете. А не прошел, мне еще пилять мне еще. Пилять! Уже светятся красные. О май гад, I need compensation. Ебался в 2 стекана, о май лэг. Но... How was it? Show me. How was it? Show me.
это было так. You know, I know you. You go in Kharkov, in Bolero, Bolero Club. No. Tourism, tourism, sex tourism, I know you. I recognize you. Yeah. Your friends. No sex tourism. No sex. No, nothing. Oh. I will go only for the beautiful girls, nothing else. Don't okay. Oh, so obviously. For beautiful girls, yeah. True or string beautiful girls in Thailand? There is beautiful girls in Thailand too. But oh. I prefer Ukraine. Not all are girls, but in Thailand. Not all of them are girls. Yeah, yeah. Our girls are surprised. Турки радуются снегу. Смотреть в глаза человеку, который посылал нас в Шаранах. Точнее, нет. Не нас, а вас. Не вас, а меня. И буду благодариться с вами этим достижением. Потому что, может, я пожалел, но iContact у нас, мой контакт, он покажет, жалеть он сидит там, либо нет. Главное, смотрите, не обижаться на людей, на разных дебилов, придурков. Жизнь прекрасна. Возвращаюсь. Хочу сфоткать лицоборчик. Чего же об этом не думал? Даже 5 минут назад не думал. Иду к морю. Иду к морю. Задом. Боком передом. Вчера я вам показывал, как делают доставку хлеба. Поднимают на канате корзинку. А сейчас видел, как несут доставку, супчик. И угадайте, сколько кусочков хлеба? Один. Ну, точнее, пол батона такого. Ну, хлеб тут реально, ребят. Я могу съесть 2-3 батона за раз. Он настолько легкий, мука просто VIP-сорта. Очень вкусный, классный. Даже когда думал про бизнес, выпечка турецкая. Делать это все. О, клубнику продают. Иду сейчас такой на эгэгэй, позитивчике. Потому что вниз спускаюсь. Обратно буду подниматься вверх по этим склонам. Ничего. Где-то здесь мы впервые с братом жили, в Стамбуле. Далеко от набережной. Что могу сказать? Недалеко было место классное, мы нашли. Ели супчик офигенный, рыбный, с морепродуктами. Прям каждый день один и тот же суп ели. Видите, я спускаюсь. О, еще предстоит спуск. Да-да, я в шапке. Мама сказала не снимать ее. Вот поэтому я и сплю в ней, кушаю в ней, купаюсь в ней. Походу, жениться тоже буду в ней. Я уже говорил, повторюсь, не дай бог здесь подскользнуться, я уже раз подскользнулся, и тебя будет нести вниз. Да, стрёмно, конечно. Ну а что делать? Сейчас такой эпик фейл произошел маленький. Аль. Руб 50, лира 50 стоит. Бублик прикольный. Ну как прикольный, многим нравится. Я думал, ладно, по традиции попробуем. Думал, ладно, по традиции поторгуюсь. За лиру он должен быть. Я говорю, а вам лира. Он говорит, там мам. Даю лиру, он показывает, мне 1.50. Я такой, братан, сорян. Сорян, братан, что не оправдал твои ожидания. Что могу сказать, так охеренно вышло к морю, там он вот этот город. Все, открылся. Привет. Я дайно. Так. Поехали, друг.
56 назад с братом. Мраморная. Пролив Босфор. Также был, как одна из этих чаечек. Если в Амстердаме пахнет марихуаной, травой, холстом.